По инициативе депутата Народного совета от фракции «Свободный Донбасс» Дмитрия Перепелкина, ученики 67-й школы города Донецка подготовили свою книгу памяти, продолжая социальный проект республики. Для этих ребят слово «война» знакомо не понаслышке, ведь все они живут в обстреливаемом районе столицы Донецкой Народной Республики. А за их улыбками и жизнерадостностью скрываются тяжелые воспоминания о боевых действиях. Когда только стартовал проект, ребята аж буквально уже через день начали приносить свои работы, фотографии, они рисунки рисовали, они писали стихи. Учитель наш тоже отличилась, Инна Геннадьевна написала стихотворение о прошедших днях, которые вот сегодня звучали на линейке. К тому же нам очень ценна эта книга памяти еще тем, что на страницах нашей книги есть фотография погибшего нашего выпускника Генриха Виталия. 11 лет отучился у нас в школе и, к сожалению, в прошлом году погиб в Маринке. Для почетных гостей ребята подготовили небольшую торжественную программу, в которой продемонстрировали свои умения и таланты. Песни и стихи также были посвящены военной тематике и пронизаны духом патриотизма. Вы знаете, я думаю, нам достаточно много лет, десятилетия внушали какие-то неправильные понятия и рассказывали о каких-то лживых, мнимых героях. Я сегодня уже говорил, что вот эти детки, они и есть герои, которые под этими обстрелами, под тем, что сейчас здесь происходит, они приходят и они учатся. То есть это они настоящие герои. И я думаю, что это очень важно для детей передать вот из поколения в поколение именно правдивую информацию. Не лживую, а именно правдивую о том, что сейчас действительно происходит. Книга памяти школы номер 67 только начала формироваться. Ученики всех классов с большим энтузиазмом приняли участие в ее наполнении. Ведь к чему приводит подтасовка фактов в истории, мы знаем на собственном горьком опыте. Кристина Крымова, Георгий Морозов, Новороссия ТВ.